Добрый день, это клуб Spellscape. Сегодня у нас будет обзор вот такого вот набора Dust. И как мы видим, это один из именно наборов, а не собранных моделей. То есть здесь вот как раз они идут деталями. Это видно вот еще кит, буква К перед приставкой у разных индексов артикулов моделей. И мы сейчас посмотрим, что, собственно говоря, представляют собой такие наборы. Стандартное то, что находится вот в наборе, это вот подставка. Такой вот отстегивающейся нижней частью, это есть у всех моделей, в зависимости там размера только разные и форма. Они есть везде. Дальше карточка для текущей редакции. Ну, здесь все три модели, собственно говоря, в сборе, ее статистика и так далее. Реально пластиковый такой вот гибридный пулемет, пулемет Максим. Просто дуло ставится другое вот. Также еще дробовик. И вот пистолет-пулемет еще тоже пластиковый такой. Сами фигуры, можно их посмотреть, они являются эпоксидными. Они просто серые из-за того, что они уже загрунтованы. Как вы видите, у них очень хорошая детализация. Это именно вот стандартный размер фигур Даста. Вот такие вот модели. И вот достаточно легко собираются там пазы и прочее, очень просто подходит. И сейчас чуть позже я вам покажу уже, ну как это, мини-диораму, можно даже так сказать, отряд этот вот в сборке. Здесь мы можем увидеть собранные, это можно назвать даже диорамой с одной стороны. Я их собрал, просто прицепил на подставку. Ну, немного зачистил, поэтому тут, если видны немножко такие желтоватые пятна, это проступил, просто места где-то зачищал немножко сами швы. На модели это проступил сам эпоксид, потому что модель эпоксидная. А так вот, можете заметить, это еще не финальное положение, может быть, я это изменю, подставку, также все остальное можно оформлять. Плюс есть еще вот такая вот деталь, которая, в принципе, должна идти ей, но, как мы видим, особенно цеплять ее некуда. То есть она лежит, допустим, на иллюстрации здесь около нее. Но это особенной разницы не имеет, поэтому тут можно придумать, как это еще сделать. В крайнем случае останется лишняя деталь. Ну, вот таким вот образом такая вот мини-диорама, которая является одновременно отрядом, состоящим, в принципе, из трех моделей, как бы считается, что три модели, которые стреляют из пулемета. Но, тем не менее, они вот все расположены на одной подставке. Вот так вот выглядят эпоксидные с пластиковыми деталями, особенно у наемников, наборы. С вами был клуб Spellscape. Мы скоро с вами посмотрим наборы именно уже непосредственно механических ходунов. Так что там немножко будет все по-другому. Там гораздо другое исполнение самой модели и методики ее сборки. С вами был клуб Spellscape. Оставайтесь с нами, смотрите наши новые обзоры.